Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, обновили игру, и у нас, ребята, кубок полуночи. Это что-то новенькое. Раньше я такого не помню, не видел, не знаю. Сейчас будем смотреть. Кубок полуночи. Так, сейчас поздороваемся с ребятами. Угу. Что-то типа того, да? Всем привет. Так, результаты. Глянем. Ну да, тут проигрыш, конечно, офигеть. Какой 880 баллов против 3650. Никого не виню, ребят, потому что, да, события бывают сложные. Так что сам пробовал, сам видел и сам скажу, что да, противники бывают, ну, чересчур оборзевшие. Ну ладно, у нас, ребята, кубок полуночи. Хочу посмотреть, что он из себя представляет. Поменяем. Нет. О, фига, парнишка ты, зайчик серенький, блин. Нет, ладно, пускай будет. С роботом, с ножками от робота, да, все дела. Так, ну, махнем, наверное, тачку. И давай на ролике для начала прокатимся. Трасса для меня новая. Посмотрим вообще, что она себе представляет. Вау, я думал, что происходит. Нифига тут. Ой. Да что ж за трэш там такой, ты посмотри. Офигеть, кубок полуночи, блин. Я так и не... по каким-то вершинам прокатились. И что, к чему, и почему я так и не врубился, ребят. Ладно, давай, поехали дальше. Доедем, да, мы поднялись здесь. Мы умудрились все-таки. У нас перед глазами просто, ребята, падают всякие, как сказать, опоры, упоры, блин. Что-то уж больно как-то. Больно лютая трасса, как по мне. Что-то непредсказуемо как-то. Куда едешь, что-то будет впереди, непонятно. Да, вот тут видишь, как было. Так. Куда? Вниз тут? Фига мы вычудиваем, чего с тобой. Да заедь ты, господи, туда-то вовнутрь. Я в шоке. Я доигрался, короче, ребят. Я доигрался. Но, тем не менее, я получил первое место. Вообще, жесткая трасса. Честно тебе скажу. Нифига не понял, что-то все мельтешило. Ладно, фиг с ним. Главное, что первое место и мы проехали. Я так понимаю, эта трасса у нас после вот обновления новая появилась. Раньше же ее не было. Ать, заезжай. Мотоцикл просто, ребят, на месте делает кувырки. Паршивец такие. Так, не дуркуем. Едем, едем нормально. Начинает мне тут уже выкаблучиваться. Угу, прекрасно. Так, первую гоночку мы взяли. Но это только лишь первая гоночка из трех. Что там? Что там? Что там, байкер? Что там тебе надо? Он опять, ребят, со своим... Ой! Ой-ой-ой! Ну, встань ты на колесики, ну, пожалуйста! Нет, ну как так? Она... Ай, обидно. Да что такое? Раньше она никогда так не переворачивалась. Ребят, ну что за фигня-то? Просто практически на ровном месте взяла и перевернулась. Все, вот что значит, ребят, долго не играть на суперкаре. Это с места просто крутит вертуханой, прикинь. Там еще и формула сзади, да, меня нагоняет. Пытается, по крайней мере, догнать. Так, здесь тоже первое место, и по итогу 6 баллов. Первое место. Шикарно, шикардосик. Так, ребята, пляжный кубок. Я открою, пожалуй, здесь магнит-амортизаторы. А здесь нам достанется зимние шины и ускоритель дым. Так, что тут у нас? Привет, Рэй, Гельфиш повысил нагибатора, понизил. Лучше бы меня повысил. Всем привет, кстати, у меня босс. Я сейчас 20к возьму, удачи.
Гелифиш повысил нагибатора? Серьезно? Зачем он это сделал? Ну-ка посмотрим. Да, ребята, точно он повысил нагибатора. Дикий стояк. Дикий стояк будет повышенный. Так, ну что, друзья, мы поехали дальше. У нас пляжный кубок. Что мы возьмем в пляжный кубок? Ну давай, наверное, попробуем на фуре прокатиться. Блин, я не могу просто вспомнить. Нагибатор, нагибатор. Вроде же раньше у нас был нагибатор, да? Потом он вроде уходил, и что-то такое случилось. Или какой-то там косяк. Я не могу сейчас просто вспомнить, ребят. Просто у нас уже в клане столько, ребята, и скандалов, и руганий, и уходили, и приходили, блин. Сейчас и не вспомнишь все это, если честно. За все это время-то. Ну давай, блин, еще и раллийному авто проиграем, да? Нет, тут нет. А что у него там, я не могу понять. Что у него там висит снизу? Какие-то бантики, что ли, фиолетовые? Или что это такое? Ну мы опять же, ребят, проигрываем из этих долбанных, блин, огромных прыжков. Нас прыжки просто подводят. Но второе место все равно, да? Второе. Так, что опять там? Что опять там? Дикий стек повысил до второго лидера. А когда ролик? Ролик, наверное, сегодня. Ролик будет сегодня вечером. Ну, я надеюсь. Наверное, вот так вот напишем, наверное. Потому что я не уверен, очень много, ребята, там чего выкладываем. Очень много чего рендерится, так что... Сегодня только на этом канале у нас будет и ПВЗ, растения против зомби-героев. Потом что, всадники Олуха, вторая серия, предпоследняя до завершения события. Что там у нас еще намечается? Что там еще намечается-то? А, Стик Вар Легаси, 4 уровня будут. Тауэр Конквест, ну в общем нормально там будет у нас. Только это уже будет все выложено, потому что... Это у меня уже как на рендеринге. А это уже идет только вот сейчас, ребят, запустил. Ну, я читаю комментарии, написали: Рэй, в игре ХКР вышло обновление второй части. Я захожу, там еще и первая часть обновилась. Ну, почему-то первая часть обновилась вообще быстро, там, наверное, мегабайт всего лишь. А этот 67 мегабайтов. Ну, вот я обновил и сразу же решил поиграть, посмотреть, что здесь за обнова. И, как мы видим, в данный момент... добавилась новая трасса. Полуночная новая трасса. Так, что у нас тут? Как дела? Угу. Норма, как сами-то? Так, ну что, давай, наверное, откроем. Что у нас тут? Крылья, ускоритель дым и форсаж. И пустынные пещеры. Ну, в пещерах... Подожди, пустынные пещеры, это, блин, каньон. Как вы меня обманули, блин. Давай, лети. А где, зайчик, твои ушки-то? Где ты потерял-то их? Эй, браток. Не знаю, ребят, где он их потерял. Вот эту фигню он поставил. Ну, насколько я помню, вот этот вот прибор, который они ставят, он после того, как машина сделает сальто в воздухе, она, по-моему, ускоряется. Оу, щет! Я думал, что я смогу долететь. А по итогу нифига не долетел.
Так, ну тем не менее, первым я приехал. Такая куча, куча мала получилась. Неужели маслкар настолько крут? Я, ребят, не поверю. Мне надо просто как-то его прокачать и самому убедиться. Ну, долгая прокачка, я тем более пока с фурой не закончу. Я как бы не намерен пока, ребят, прокачивать маслкар. Вот, потому что, ну, сам понимаешь, мы опять с тобой то там, то сям, и в итоге ни то, ни сё. Пускай будет, как будет. Дела норм, норм. Ну, вот, молодцы, ребята. Это хорошо, как дела нормально. Тем более, я так понимаю, те, кто учится в школе, у них уже наступили каникулы, и вам круто. А у меня, ребят, каникулы, хотел сказать, а у меня отпуск будет как раз, когда вы пойдете все в школу, в сентябре. Ну что, опять написано еще шахты, ребята. Так. Вот, если честно, как по мне, ребята, вертушка для пещер, ну, вот мое личное мнение, она не особо хорошо подходит. По крайней мере, вот моя вертушка точно не подходит. Она больше идет, ребят, все-таки на прямых, трассах и там, где есть возвышенности. То есть она набирает скорость во время полета, и плюс крылья, которые я ей поставил, дает. Здесь она не полностью не раскрывается, потому что, ну, как бы разогнаться — это одно, а пролететь на крыльях — это совсем другое. И когда у тебя тут ограниченное пространство, ты видишь, какое оно. Тут нет прямых таких дистанций, очень долгих. То есть потенциал практически на 80% от машины теряется. Я надеюсь, ничего нового вам не сказал. И все время мне вот твердят в комментариях: Рэй, это не боты, это люди. Нет, ребят, это не боты, это записи прошлых игроков. Просто они сохраняются. Вот, и рандомно выставляются в наших вот гонках. Вот так я тебе скажу. Ну, их можно назвать и ботами, потому что это уже как бы, ну, нереальные люди. Так, ребят, ну пока мы занимаем первые места, очень даже все хорошо идет. У нас 6 тысяч кубков, я думаю, сейчас мы возьмем. Я даже думаю, без проблем каких-либо. Так, забытое шоссе. Забытое шоссе, ну, можно попробовать, в принципе, на суперкаре прокатиться. Опа. А тут, ребята, лихачок. Ох, что ты творишь, Рэй? Ну, ядрен-матрен, уступил я место. Да ладно, еще не только лихачу, еще и этим, что ли, супостатом. Вообще разбился. Почему он раньше же залетал до туда? Я помню, сколько себя помню, ребята, все время на этих верхушках ползал. Что случилось, блин? Не знаю. Просто машина меня сейчас подставила. Круто. Поехал, блин, понизу. Хотя я не хотел понизу, ребята. Так, смотри, что тут происходит. А тот самый хитрый, что ли, я так понял, да? Маслкарта. Оу, да я еще и третий еду, вообще. Да перевернись ты, нафига ты? Господи. Я нажал на тормоза, ребята, и тачка не докувыркалась, просто приземлилась на крышу. Так, здесь, ребят, надо вот сюда попадать. С какими-то корейцами, китайцами, с кем я там еду, непонятно, блин. Окружили буржуи меня здесь со всех сторон. Да ядрен, матрон, ну едь ты в конце-то концов, ну рухлить, блин, ну. Этот со своим, блин, нитро запарит тоже, а, ребят?
Какой там? Второй, ну хотя бы второй, друзья. Если бы не разбился бы на первой гонке, если бы не разбился, было бы все отлично у нас. А я на первой гонке просто перевернулся, блин. Так бы, может быть, первое место было бы все-таки у нас. Раздражает вот этот факт, что моя тачка постоянно, ребята, поднимает свой капот. Просто убивает меня это все. Вот так вот, в таком положении она постоянно у меня едет. Не носом вперед, а носом вверх. Ну как ты можешь терпеть, а? Из раза к разу такая фигня, ребят, происходит. Так, мотоцикл, вали нафиг. Ну вот смотри, смотри, вот просто, ребята, на ровном месте. Ну да, магнит у него есть, ну и что? Приземляется маслкар, я смотрю, намного быстрее, чем я. Зэка. Этот с крыльями охлом, он только на крыльях пролетел, блин. Мне пришлось там по земле волтузиться, а он по воздуху летел. Вот и все, вот и весь сказ про Ивана Царевича, блин. Да как этот, блин, байкер-то плешивый? Как ты меня заколебал, а? Дебила кусок, блин. Опять этот, ну ах, блин. Только за счет крыльев, ребята. Ни больше, ни меньше. Так, с запозданием, но привет. Так. Что там? Что там такое? Что Макрак хочет? Так, я ненавижу воду. Поехали, ребята, в этой воде бултыхаться. Будем тут. Ага, упал вовремя. Не вздумай, блин. Я тогда помню, так же, ребят, задел эту фигню. И потом еще сверху валуном этим просто придавило. Опорку сбил. И он меня раздавил. Был такой момент. Сейчас говорю, сейчас... вот так вот, если ты упадешь под валун, все, ребят, хана мандрыга будет. Просто здесь сейчас огромный, ребята, плюсик в том заключается, что сейчас у нас, если мы, например, проиграли в какой-то гонке, у нас нет отката назад. Раньше, если ты проигрываешь в гоночке, тебя откатывают обратно. И... чем больше ты проигрываешь, тем дальше ты откатываешься. И это очень бесило, особенно при игре с боссами. Сейчас, благо, этого нету, это круто. Это очень, ребята, круто, это очень стимулирует, как говорится, на игру. И можно даже прямым текстом все это делать, без всяких там вырезаний и тому подобное. Раньше приходилось вырезать, потому что, ну, не всегда ты босса можешь с первой попытки, как говорится, победить, а потом еще тебе откатят, а потом ты еще должен проехать. В общем, что? Что это за сундук? Подожди, что-то не понял. Что за... что за сундук-то сейчас показали мне? Вот это что ли? Это что-то новенькое, да, друзья мои? Скоро видос. Скоро видос. Так, ну что, ребят, горный кубок. Поехали, опять же на раллийном авто. Сегодня 6 тысяч кубков возьмем. Я думаю, что на сегодня будет достаточно. Пока по обнове мы увидели, что какой-то есть сундук новый на гонках. И есть... фига, ты посмотри. Лихач там что-то, ребят, вообще пережрал, по-моему, немножко не того, что надо. Что он там сейчас вытворял, это, конечно, трындец. С такими прыжками. И все одни, ребята, и те же рожи. Сена, Ноах
Я еще удивлен, что давно мне не попадался верещак, блин. Раньше он, блин, какую гонку не возьми, везде верещак, 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 верещак. Сейчас что-то, видимо, он сдулся. Подсдулся он, ребята. Потому что его нигде не ставят. Сейчас больше вот такие вот всякие, блин. Ну, тот, кто часто попадается, ребята. Вот мне хотелось бы, знаете, что узнать? А я где-нибудь попадаюсь у кого-нибудь в ботах? Вот, блин, вот интересно просто знать. Или тут чисто элитники только выпадают? Ну, элитники... Хе-хе-хе! Да ладно! Ты серьезно, он еще и выжил. Ты посмотри на этого пришивца, а? Он там перевернулся, блин. И он еще и выжил. Так, дай-ка я, наверное, заберу здесь наши эти сундуки. Ага, шикарно. Ну что, весенний город, день чудесный. Можно я попробую на байке прокатиться? Давно на нем не ездил, хочу. Хочу на нем прокатиться. Тут главное не дурковать. Байк у нас может быть прокачан в плане того, что по всем параметрам, но, ребята, вот эти вот все движки, я не знаю, там, прыжки, вот это у нас не прокачано, то есть это идет по стандарту, а это не есть гуд на самом деле. Сам понимаешь, да? Вот в этих вот особенно ездить очень опасно. Головой как... Ау, вау, вау, вау! Вот тут лучше просто тихонечко прокатиться. Просто не без всяких выкрутасов. Отлично, друзья. Просто великолепно. Нежданчик, но я проехал идеально, можно даже так сказать. Так, тут что-то баги выделываются, я смотрю. Так, ну баги мы сделали, маслкар мы сделали. Пока едем. Вау! Три первых места дает нам на бесплатную шкатулку. Шутка, ребят, конечно, шутка. Оу, щет! Хотя тут нормально. Это не та, ребят, пещера, про которую я подумал. Ну, не пещера, тоннель или как это назвать. Не нравится мне эта скорость, блин, что ты... Так несешься, блин, парень, сломя голову. Так и думал, блин, так и думал. А там ничего не сделать, там уже и скорость понизил, а он взял это ускорение перед этим. Так, как думаете, мы выиграем во втором дивизионе? Потому что когда мы были во втором дивизионе, мы проигрывали. А, и низить до дивизиона ниже. Если мы будем стараться, то до СС дойдем. Что такое СС? Я знаю, один СС в свое время был только. Так, большой воздушный кубок. Попробуем, ребята, и здесь тоже проехаться на байке. Тихо, встань ты на колеса ровно, блин. Ты меня тревожишь, когда ты вот так едешь, блин, на заднем колесе. Потому что там чуть-чуть рывочка буквально, и все, он переворачивается. Просто, вот это, ребята, страшно. Сколько у нас... Да у меня даже вон сколько молодых пацанов знакомых, блин, на этих мотоциклах поразбивалось, блин. Кто-то насмерть, кто-то, ребята... До сих пор мучиться с травмами полученными. Очень опасная штука. Так что вот так вот. Ну, вот это, конечно, да. Ладно, хоть не перевернулся, и то спасибо тебе огромное. Выровнялся на колесике. А, как говорится, остальное мы догоним.
Да, вообще догнали элементарно. Тут круто получилось, ребят, вообще ни одному из них не дали шанса. Оу, сколько он? 24, одного кристалла не хватило. Да, одного кристалла не хватило. Ну что, скалистый кубок. Ну что, на маслкаре поем или как? Подожди, кстати, у нас на фуре. Вот так вот. Нам остается всего лишь 5. Ребята, 5 этих прижимной силы прокачать и все. И фура у нас будет готова. Давай вниз, маслкар. Оу! Ты завязывай, мужик. Ты, конечно, сейчас круто, круто, типа, повезло, но больше давай без вот этих вот чудес на виражах, блин. Офигеть, просто, ребята, просто вокруг себя такой сальтухан сделал. Ну, встал все-таки на колеса. Ой, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, я помню эти ребята. И такой, знаешь, издалека, блин, хмырь появляется. В виде супердизеля, блин. В виде супердизеля. Так, сейчас мы, по-моему, с тобой упадем на камни, да? Ну, есть. Просто там уже. Да, этот раз, конечно, для маслкара, я тебе скажу, она жесткая. Так, можно вниз мне полететь? Я хочу вниз. Упс. Упс. Ёпарасете, ну кто бы мог подумать, а? Кто бы мог подумать, что он башкой просто разобьется. Ну, развлекухи тут уже понятно, что надо брать. На развлекухах я пробовал, ребят, на всяких тачках, на баге, на это, но, по-моему, как по мне, по-моему, все-таки раллийное авто здесь универсальные самые тачки. Ты видел, что делает маслкар на своих крыльях? Но у меня нету на маслкаре ни крыльев, ни ускорения, ничего. Она пустая у меня, понимаешь? У нее вот эта вот прижимнуха там стоит. Еще там что-то. Все, она по факту, по своему, пустая тачка. На ней ничего нет. Блин, ну скин мне нравится на машине. Смотри, особенно вот этот черный. Такой киберспортивный, знаешь. И вот то, что она такая вот плоская, я имею в виду маслкар. Куда меня так подкинуло-то? И от чего вдруг? То, что она вот такая плоская, ей как бы проще немножко маневрировать. Может быть, конечно, ребят, я заблуждаюсь, но вот такое у меня вот почему-то сложилось впечатление, ощущение. Он опять же, ребята, опять же он, Мани этот едет. Жесть! Чувак просто, ребят, перевернулся, ты видел? Его просто размотало. Ну, этот понятно. Только лишь за счет своей прижимухи. Ой, попрыгухи взял. А, ну давай хотя бы один-то откроем. Амортизаторы прыжков. Тяжеловоз и колесный ускоритель. Ну что, трасса Билла. Рискнем, друзья мои, трассу Билла прокатиться на лихаче. Но в гонке она вообще не... Ой, в гонке, в подъеме она вообще, ребят, ни о чем. Что? А сфигали вдруг? Сфигали вдруг? Горючка-то так быстро сгорела. Эй! Чё-то, ребят, я нифига не понял. С какого, блин, перепуга у нас так моментально практически сгорело горючее? Ну на каком основании-то?
О, опять же, смотри, опять у нас, ребята. Да. Сколько у меня? Всего лишь один балл. Очень быстро, ребят, тратится горючее. Да что эта вертуха-то? Вообще, что никак ее не обогнать, блин? Лихач не мог обогнать вертушку. Ну, вы издеваетесь. Я вообще даже никакого места не занял здесь. Ты что там за вертушка такая, блин? Я не пойму. Никудышная, блин, попалась мне. Странно, блин. Опять за свои попрыгульки, да? Танк тоже тут еще, еще один из попрыгунчиков, так скажем. Ладно, здесь взяли. Давай далее. Ну, танк по воздуху, ребят, что-то вообще там, конечно, лихо уж больно сиганул. Вот я тебе говорю, что здесь у нас сила вот в том, что он... Ненавижу, ребята, вниз головой ехать, потому что любая какая-нибудь кочка или еще что-нибудь, и все. Давай-ка вот так вот выровняемся. И вот начинается вот это вот. Вот это кривляние. В горку он не может подняться. Почему-то, я не знаю почему. Хотя он, в принципе, предназначен для... Как сказать так? Для прыжков именно с подъема. Смотри, смотри, смотри. Танк просто догоняет меня. Он на крыльях там танк, да? Не знаю, там на крыльях или не на крыльях. ККМ-ка сзади там. Все равно первое место взяли. Все, ребят. Я думаю, что... Да, 6 тысяч кубков наши. Так, если мы будем... Ага, это да, всем привет, Геля, здорово. Рэй, играй в команду соревнований. Да я играю, ребята. Периодически. Там такие задания, манал я нафиг. Как почти все команды не было. Так, и Рэй всех понизил, не знаю... Да Гель, тебя тоже удалили. Кого? Я никого, ребят, не удалял. Пока. Так, ну что, поехали. Это, по-моему, вчерашний? А, нет. Слушай, тут попрыгунчик. А что за попрыгунчик? И что это значит? Можно было дальше там прыгать, что ли? Или что? И я на своей... на своей дурынде еду, блин. Ладно. Не прокачано нифига, едем. Тише едешь, дальше будешь. У меня еще это идеальное приземление зачем-то. Зачем они стоят, не понимаю я, ребят. Ну! Вытянул. Ладно, благо проехали. Хоть какие-то баллы получаем. Давай здесь я, наверное, возьму фуру. 20 банок. Че? А, мы с грузом едем.
Слушайте, ребята, у меня даже еще... Да, хотел сказать, что весь груз, но нет. Влепендился и ничего у меня не осталось. А здесь что? Вот это я не понял. Вот сейчас я не понял юмора, ребята. Ехал-ехал, шкала закончилась и все. 6К взял, да? Взял 6К. Так, ну что, давай. Заставка «Небесная скала». Попробую здесь немножко прокатиться. Танк тут размазанный. Баги какая настойчивая, это посмотри. В плане. Ну, дай горючий, пожалуйста, есть. Звезда по имени Солнце. Автобус, тут автобус у нас даже был. Ну хорош хандрить-то, ну. А горючий-то что, не судьба тебе взять, блин? Я только лишь из-за горючего проиграю, ребят. Ать, взял все-таки. Красавчик. Смотри, какая настойчивая баги, а. Ох, нифига мы тут с собой. Аж куда перелетели. Блин, ну если ты... Ладно, фиг с ним. Полетели дальше. Что-то мы там елозили. И по итогу... Вот это была, наверное, роковая моя ошибка. Друзья мои, я не забрал горючее. И, как видишь, сейчас запиликает скрипач. Да я порос это... Все, дальше мне туда не подобрать то горючее, ребят, которое сзади. Все. Офигеть, блин. ККМ-ка там проехала, еще кто-то. А я тут бултыхался, блин. Печалька, конечно. Так. Штаны и шапку. Какой король? Король мотор. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.